поверненням на шоу «Де можливо все». У прямому ефірі 12 найкращих співаків третього сезону поки що у повному складі змагаються за вашу любов. Вже сьогодні одному з них неминуче доведеться попрощатися з «Ікс-фактором». Хто це буде, залежить тільки від вас. Тож, не залишайтеся байдужими. Спонсор шоу «Lenovo» – сучасні комп'ютерні технології для тих, хто діє. Ігорю, час тобі показати нам свій перший козир. Розкривай таємницю, хто це буде. Дівчина піде першою, за традицією. Ви розумієте, зараз ця учасниця, мабуть, найбільш авансована телеглядачами, і вони її очікують найбільше. І тому зараз, шановні, довгоочікуваний дебют в прямому ефірі третього сезону «Ікс-фактору» витончений, загадковий і чарівний Аїди Ніколайчук. Аїда остається з нами. Прощаємо до першого прямого ефіру. Спасибо большое. Спасибо. У меня вон морщинки из этого и тут. Себя дома. Максим очень вовремя появился. Неожиданно, но желанно. А маленький мой близкий человек, моя любимочка. С рождения ребенка, может быть, стала более такая сдержанная. Попробуй без воздуха. Очень тихо. А теперь чуть-чуть придави побольше. На вид не помечают. Вот вас бачат, раз тебя бачат. Аїда Ніколайчук. Абсолютно для меня человек-загадка. Так, будем развенчивать легенды. Ты у многих остаешься с какой-то холодной, неприступной... Царицей. Очень зря. Очень зря? Вот улыбайся, потому что. Поэтому я и здесь, чтобы открыться наконец-то и уже выдать по полной. Хорошо. Ну, давай попробуем. Одна из найкращих песен про жінку, яка кохає. Взагалі, за весь час, коли людство співає. Я сажусь ось здесь, ти ходиш вокруг мене і поєш для мене. Это жертва. Я тебе не замечаю, я просто читаю текст, кстати, твоєї пісні. Да. Твоя задача, щоб в кінці я на тебе посмотрел. Ну, я всередині там все кипить. Все вокруг мужчин крутится-то, весь мир. Мы вокруг них, они вокруг нас. Урок номер один? Закончен. Я рад был тебя видеть. Когда нету близкого человека, да, к которому можно прижаться, там, укутаться в него или его там, обнять, поцеловать, то это очень сложно. Ніколайчук.
Аида Николайчук на сцене шоу «X-Factor». Аїдо, вітаю тебе. Знаєш, серцем я була тут з тобою і разом з усіма закоханими жінками. Мені дуже тішить, що ти переживаєш у нашому шоу. Як ти змінюєшся, як змінюється твоє життя. Хай це триває і триває. До речі, ти єдина із дванадцятки, хто на цій сцені стоїть не вперше. І ось ти вже не гостя, а повноправна учасниця. І як воно? На самом деле, очень отличается от того, что было на онлайне. Тут намного все ответственнее, серьезнее, интереснее. Дякую тобі. Нам теж цікаво, що ми побачимо далі, якщо глядачі тебе підтримують. Давай послухаємо тепер, що скажуть судді. Сергію, що ви скажете? Ви знаєте, мені як-то навіть неловко об этом говорить, но меня разочаровало это исполнение. Просто я очень люблю эту вещь. Это гениальное совершенно произведение одного из братьев Гиб. А братья Гиб — это участники трио Биджиз, которую я всегда любил. И песня была написана специально для Барбары Стрейзанд. И мне непонятно, почему взята такая аранжировка, почему был убран аккомпанемент, сопровождение гибовское, вот это знаменитое та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра. Вы консерватор. А в этом кач, в этом прелесть. И это изъяли, и песня сразу, понимаете, потеряла шарм свой. Аида была очень чрезмерно рафинирована, чрезмерно. Все вот так было дозировано, буквально вот она вымеряла по микронам, по дозам каким-то голос. Все было дозировано, к сожалению. Не было вот этой вот стрейзендовской мощи вокальной, не было очарования женского. Але к сожалению, вона, холодно было, холодно. Вот все холодно. И что еще в минус? Очень много бэк-вокала. Певица, которая выходит и поет соло, не должна использовать такое количество бэков. Там пачки бэков дикие совершенно. Просто огромные пачки, массивные. И голоса было из-за этого Аидиного голоса, Аидиного живого голоса было мало. Но зрителям понравилось. Зачекайте, давайте попросимо зараз. Давайте попросимо Аїду заспівати зараз наживо, без бек-вокалів. Згода? Приспів. Один. I am a woman in love there is no measure of time. Дякую, Аїду. Я сподіваюся, хоч трошки ми вас переконали. Серега? Аида, ты в любом случае не расстраивайся, я не понимаю критику Сергея Васильевича Соседова близко к сердцу. Дело в том, что он говорил с позиции четвертого брата Гиб, которым он втайне мечтал стать в детстве еще. Ну а теперь мое мнение по твоему выступлению. Сестра Гиб. У нас сегодня какая веселая публика, обратите внимание. Наикраща. Она зажглась. Она соответствует нашему веселому жюри. Да. Теперь мое мнение. Дело в том, что хвалить Игоря Кондратюка для меня всегда не очень приятная процедура. Но, тем не менее, я должен похвалить эту работу. Она тебе удалась. И я, в принципе, Аида, буду напряженно следить за твоим продвижением в нашем шоу и буду тебя по мере возможности поддерживать, если, конечно, Игорь пообещает вернуть скамейку из номера, на которой ты сидела, обратно в зал ожидания терминала АФ Борисполь. Дякую. Іро, ти як жінка, яка точно знає, що таке справжнє кохання. Ти не могла залишитися байдужою. Я скажу, що... Действительно, до этого момента Аида для меня была не просто загадкой, а была достаточно закрытой девушкой, которая не показывала своей вот той энергетики внутренней, настоящей, женской, искренней, вот такой материнской. Ну, все те составляющие, которые есть у настоящей женщины. Сейчас я настоящую женщину увидела. Браво! Дякую. Игорю? Ну, тобі слово. Аїда, я хочу тебе захвалити. Ну, я тобі хочу сказати, такий виступ Соседова – це найкраще, що могло бути в першому ефірі. Да що ви коментуєте виступлення Соседова?
Вы комментируете выступление артистов, черт возьми. Соседям что-то скажут, комментируют меня. Ладно, просто за вами скучило. Слушай, поразительно. Я просто нарочи тебя помитить. Сережа, а ты на Пластиной тоже сидел? Ты на Пластиной тоже сидел? А то я тебя не видел. А сейчас тебя наконец-то увидел. Это тот соседов, которого я знаю. А, на самом деле, я взагалі не розумію, про що каже Сережа, коли він каже, що не було жіночого зачарування. Хто мене знає, а у мене з'явився запах ванілі в носі. І це означає, що було нереальне жіноче зачарування. Дякую. Аїда, в будь-якому разі, ми почули думку суддів, але ти ж знаєш, хто вирішує все в нашому шоу відтепер. Шановні глядачі, якщо ви хочете висловити свої почуття до цієї привабливої і талановитої дівчини і підтримати її, я підкажу вам, як це краще зробити. Все дуже просто. Телефонуйте 0900 102 002 або надсилайте смс із текстом 02 на номер 7766. Але не забувайте, зробити це ви зможете тільки після виступу останнього 12-го учасника. Інакше ваші голоси просто не будуть зараховані. Аїдо, я бажаю, щоб сьогодні глядацької любові тобі не забракло. Удачі! Це була Аїда Ніколайчук! Серега, ти у нас знаний експериментатор. Інтуїція мені підказує, що вже із першим твоїм вихованцем нам варто чекати на якісь сюрпризи. Чи я помиляюсь? Ні в коєму випадку ти не ошибаєшся, Оксана. Дійсно, зараз буде сюрприз. Зараз на сцену вийде учасник, представитель категорії парні, який є і є на сьогоднішній день не тільки дуже ярким вокалістом, но он у нас самый мудрый, взрослый, мужественный и, не побоюсь этого слова, брутальный в категории. Но несмотря на свои яркие качества вокалиста, несмотря на то, что он очень мужественный и брутальный, он обладает еще одним очень редким в наше время даром, даром доброты. Он такой добрый, что по пути, например, на сегодняшний эфир он укусил бешеного пса, и тот выздоровел. Дамы и господа, встречайте на нашей сцене брутальный, мужественный и мудрый Илья Ефимов. Есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя, это здорово. Я говорю да сразу. Я в X-Factor'е! И последнее место в тройке получает Илья Ефимов. Раньше был совсем другим, да. То есть у меня раньше вокруг меня были другие люди. Я был в другой среде, даже в профессиональной. Специалист по сервису туризма. Думал, пойду по профессии поработаю там администратором в какой-нибудь гостинице. Я просто пришел, посмотрел, как вообще люди работают. Думаю, нет. Ну, я как-то посмотрел много этих видео и проникся, и понял, что вот, да, мне сюда. Людям открыть глаза на то, кто ты есть. Песня, которую мы выбрали для тебя на первый эфир, мне кажется, созвучна твоему отношению к жизни. Это песня не для старичного хлопца. Это песня для хлопцев категории 35+. И я готов изменить свою точку зрения, но если это будет перфектно. Это очень выстраданная мужская песня. Понимаешь, как ты готов совершить поступок ради любимой женщины. Я пока живой,
Я буду все это говорить, я буду петь. Момент искренности, который в нем есть, и момент понимания того, о чем он поет, меня подкупает. Я человек. Вот я перед вами стою. Я такой же, как вы. Я тоже люблю. Илья Ефимов. Посадим сирень под окном, заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. А пока ни кола, ни двора и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести. Угадаем с тобой самому, мне не надо наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому, мне не надо наши пять номеров из шести. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую. Витриманий, вольовий. Ілля, ти знаєш, тобі дуже пасує ця пісня, хоча тобі всього-навсього 21 рік. Іро, думаю, ти зі мною погодишся. З таким чоловіком справді можна почуватися, мов, за кам'яною стіною. Ти знаєш, я зараз скажу не тільки від себе, я скажу, пожалуй, від всієї жінської аудиторії, яка зараз на тебе смотрела. Которая тебя слушала, которая видела все то, что есть у тебя в глазах. И поверь мне, что большинство из этих женщин, которые включили телевизор, хочется в этот дом, хочется готовить тебе
обед, пока ты сажаешь дерево, и хочется, чтобы сын был похож на тебя. Молодец, настоящий мужчина. Дякую. Игорю, зачепив тебе Илля? А чего только от женщин? Ого. Я тебе хочу сказать, Илля, что якби ты был кандидатом в депутаты по моему округу, я бы за тебя голосовал. Потому что ты симпатичный хлопец. Агитация уже заборонена. А какая агитация за Илью Ефимова? Он никакого отношения не имеет до завтрашнего шоу. Друзья мои, я хочу сказать, что... Звичайно, мене здивував вибір цієї пісні і особливо інтерпретація цієї пісні. Тому що, наприклад, було б набагато цікавіше співати «Я куплю тебе дом в Кончезаспі на дамбі». Цій. От всі аудиторії, а не в Подмосков'ї. Навіть не знаю, що це таке. Ну, у мене просто немає слів, Ілля. Насправді, молодець. Це класний дебют. Дякую. Сергію, що ви скажете? А вы знаете, а я опять не в ногу. Вот хоть бейте меня, хоть режьте. Я не могу принять это исполнение. Нет, друзья, подождите. Дело в том, что я долгое время дружил с Михаилом Исаевичем Танечем, потрясающим поэтом и удивительным человеком. Я очень хорошо знаю, чем эта песня. Это песня человека, который очень много потерял в этой жизни. И этой мечте о доме, этой мечте не суждено им, скорее всего, сбыться. И мне было очень странно, почему был убран последний куплет. «Мало шансов у нас, но мужик-барабанщик, что вращает шары, управляя лотом, мне сказал номера, если он не обманщик, на который нам выпадет дом». Понимаете, без этой гениальной танечевской иронии, светлой и в то же время горькой, этой песни не существует. Поэтому я не могу этого принять, к сожалению. Дякуємо. Серега. Илья, ну хвалить своих подопечных это не камильфо, поэтому я скажу просто. Не знаю, кто твой продюсер, но он умница. Лаконично. Не таємниця, що навіть найсильнішому чоловіку не обійтися без підтримки. Илья зараз як ніколи потребує вашої підтримки. Телефонуйте 0900 102 003 або надсилайте цифру 03 на номер 7766. Тільки дочекайтеся оголошення про відкриття ліній для голосування. І пам'ятайте, вирішальним може стати кожен ваш голос, тож пильнуйте своїх улюбленців. Іллє, ти зробив усе, що міг, тепер залишається тільки чекати. І пам'ятай, про що сказала Ірина Дубцова. Це був Ілля Єфімов. Іро, весь минулий тиждень тільки розмов було про один із твоїх колективів. Стало відомо, що ти змушена була заміну. Чому так? І що на нас чекає зараз? Питань безліч, тож тобі слово. Оксана, ну, во-первых, мне бы хотелось сейчас очень громко сказать девочкам, которые меня слышат, девчонки, не волнуйтесь. Я с вами, и, ну, вся женская аудитория точно с вами, и я надеюсь, что после, я уверена, что после вашего выступления вся мужская аудитория тоже будет с вами, за вами. Далее. Да, действительно, у нас произошла замена в коллективе. Это нам далось нелегко. Это было больно, не побоюсь этого слова. Поскольку потери близких людей – это страшно. И мы поднялись, идем дальше. И я очень рада, что у меня есть такие замечательные, стойкие, настоящие красавицы, умницы, безупречные вокалистки. С сумасшедшей энергетикой настоящие женщины. Встречайте, группа 3D. Мои! Спасибо. Вы остаетесь. Можно к вам?
подойти. Нужно. Она ушла по семейным обстоятельствам, потому что потеряла отца. Я сейчас поняла, что мне важнее сейчас быть с семьей. Давайте, держи. Я буду сегодня. У нее обязательно в жизни будет еще один шанс. Господи, уговорите уже, не могу мне уже сидеть. Опа! Привет! Не обижай меня, когда смотрю я. Я говорю «да». Классно, я очень рада. Мы вас очень любим. Это вам напоминание, что у вас есть такие три маленькие красотки. Круто, спасибо большое. Ой, красавицы. Колоритные мои девочки. Прекрасно. Музыку в студию. Чувак есть, которому вылить все. Хочется все вот это вот на голову шат. Есть? Ну и все. А что еще надо-то? Девочки, ну не вам рассказывать, как мужиков-то соблазнять. Ну что делать? Мужчинка понравился, сразу поменялась. Кто мне соблазняет? Ужас, которого уже стрижу. Он уже соблазненный. Пожизненно. Буду переживати за дебютантку Ірину Дубцову, щоб у неї вийшов саме цей експеримент. Це її найбільший експеримент. Ми готові розрушити сложившийся стереотип о том, що женщины на экране должны быть очень худенькими и определенного стандарта. Девочки, вы же все знаете сами, да? Гурт 3D. Распознал мои сигналы SOS. Я не вынесла этой слабости. Все, что было между нами, это месть. И прятаться больше не в чем. Держи меня крепче. Уходи теперь. Не в окно, а в дверь. Притворившись котенком, дикий зверь. Это я смогла, это я была. Ты глазам своим не веришь и не верь. Теперь это все не важно. Мне больше не страшно. Направляй меня своим. Я готова быть ведомой тобой.
SOS. Крылья выросли, так давай лети. Я все помню, это было и это есть. Винить себя больше не в чем. Держи меня крепче. Девчата, сенсація вечора. Я думаю, що в Ягорі на пенсію час усім складом. Ну, вони просто не витримують конкуренцію. Молодці! Аня, по-перше, хочу привітати тебе із поверненням. Спасибо большое. А по-друге, дівчата, відкрити таємницю, чому 3D? Три дами. Три дами. Три дами. Іменно дами. І тільки дами. І більше ніяк. Три дами. Зрозуміло. Колектив вийшов у вас напрочуд колоритний і дуже красивий. Навіть не уявляю, кого ви могли залишити байдужими. Ну, правда ж, Серега? Звичайно. Айда, Іра. Айда Дубцова. Вот так 3D. Ну, смотрите, по поводу... По поводу вокала No Comment. Изумительно все. Не знаю, что думает Константин Миладин, но мне кажется, именно так и должна в идеале выглядеть группа Viagra. Я объясню, почему. Мне кажется, редкий концертный организатор рискнет не выплатить таким бойким девушкам гонорар. Ира, очень хорошая работа. Хватило, Серега, этой Виагры? Виагры больше... много не бывает, процитирую того же Константина Меладзе. Нет, дякую. Может быть, перебор. Игорь, что ты скажешь про этих запальничек? Не знаю, кто у них продюсер, но она им смогла пояснить... Але дівчата розуміють, про що пісня. Класний виступ. Що казати? Я не очікував. Чесно кажучи, я від вашого тріо такого не очікував. І звучить нереально класно. Дякую. Сергію. Ну що ви там, Оксана? Ну, боюся, боюся, боюся. Ну, лучше. Да нет, хто би спорив, що Ірочка наша любима і замечательна. Прекрасно подготовлен номер.
прекрасно все звучало, и задумка сама хорошая, эксцентрично все было, и сексапильно, и музыкально. Единственное, что мне не хватило, ну я без критики никак не могу, уж вы меня простите, а мне не хватило развития вокального и сценического. Все одинаково было спето, это все куплеты. Меладзе. Все одинаково куплеты спето, надо было придумать какие-то ходы интересные, вокальные ближе к финалу. Ну, в конце концов, спеть вот эту фразу «чем выше любовь, тем ниже поцелуй», наоборот, «чем выше любовь, нежнее поцелуй». Потому что когда Меладзе критиковали за эту, с точки зрения некоторых критиков, пошловатую фразу, он говорит, а давайте сделаем нежнее поцелую. Чем выше любовь, нежнее поцелую. Можно было в конце спеть именно эту версию, тоже Кости Меладзе. Вот. И в конце какой-нибудь трюк, что-нибудь там бы взорвалось, машина бы там что-то лопнула, вода бы полилась из выжималки. У нас только первый эфир с Сергеем. Требовало какого-то экшена, требовалось в финале. Вот. Немножко было статично, к сожалению. А в целом все здорово. В целом номер удался, конечно. Дякую, дякую. Іро, мої компліменти, і можу тільки вас привітати з дівчатами. А ти сама задоволена? Я довольна, не то слово. Девочки, а нам нравится фраза про «чем выше любовь, тем ниже поцелуй». Правда же ведь? Нет, фраза прекрасная, я не против этой фразы. Можно из моей фразы убрать слово «фраза» в таком случае. Я очень довольна, девчонки. Я в вас не сомневалась ни секунды. Я знала, что с первых ваших слов, с первых нот, которые вы из себя извлечете, зал встанет. Я уверена, что зрители у телеэкранов тоже встали. Молодцы! Мои! Дубцова лучшая! Ура! Дякую. Саша, Аня, Світлана. Розслаблятися ще не час, адже свого слова ще не сказав п'ятий суддя, який у нашому шоу вирішує все. Так-так, я саме про вас, дорогі телеглядачі. Якщо ця спокуслива трійця припала вам до душі, підтримати їх ви можете за номером 0900-102-004 або за допомогою повідомлення із текстом 04 на номер 7766. Дівчата, зичу вам тільки найкращого. Вболіваю за вас, вірю в вас. Ви мене просто закохали у себе, тож дуже сподіваюся, що не тільки мене. Це був гурт 3D! Ігорю, якщо ти думаєш, що я дам тобі перепочити, ти дуже помиляєшся. Адже час на сцену вийти твоєму другому підопічному. Прогнозую, ризикую прогнозувати, але зараз буде ще кращий виступ. Учасник піде на цю сцену, він беззаперечний талант. Просто жодного дня я не думав інакше. Я його спостерігав в шоу «Україна має талант». І лише одне мене трошечки бентежило і напрягало. Як люди віднесуться до образу цього артиста? Але, повірте мені, що його вокальні дані мені жодної секунди не давали спокою, і я знав, що він мусить виступати на цій сцені. Його вокал, мелодія, слух і щемить серце. А артист, вокаліст Євген Літвінкович. Победу один из вас, и это Женя. Ну, это же слезы радости тоже бывают. Наверное, это они, я просто никогда их не получал. Я рисовал. Учился на художника-реставратора, реставрировать всякие замки, всякое такое. Потом понял, что это не мое.
я счастлив, наконец-то я занимаюсь делом. 23-го моменту, коли він буде сяяти на великій сцені, в неяскравій сцені, на сцені наймасштабнішого вокального шоу світу. Як ти тут? Ой, сколько слез мне стоило выучить текст. Начинаешь читать, и сразу ком в горло. Невозможно. Ну, это просто взять бегуна на длинной дистанции, марафонца, и заставить его бежать 100-метровку. Ну все. Ты убил потенциального победителя, ты убил чемпиона. Песня про почуття до мамы. Що може бути святішим? От, допустим, недавнішня смс-ка. А ми з котом сварили суп з боровиків. Як жаль, що, типа, ти не з нами. Ні, не треба плакати. Понимаєш, тобі не можна заплакати ніяк. Совместная жизнь, опыт, все переживания, ну, в маленьком рассказе на сцене. Євген Литвинкович. Мама, хожу и поезда встречаю.
Євген Літвінкович на сцені шоу «Х-фактор». Женечка, можна тебе поцілую за пісню? Дивовижна річ. Про такі зрозумілі речі тисячі разів нагадуватимуть тисячі людей. І ми пропустимо це повз вуха. Але лише один раз скажеш про це ти, і ми почуємо. І кожен замислиться над головним. Це твій дар, це твій екс-фактор. Правда ж, Іро? Як ти думаєш? Ви знаєте, я після всіх тих ефірів, які вже були, я дала собі слово, що я більше ніколи не буду плакати. Не буду. Ні сьогодні. Ні зараз. Щоб, мабуть, передати цю пісню так емоційно і так по-настоящему, совсем уж на 100%, нужно, наверное, что-то такое пережить. И не дай бог пережить это. Пусть лучше сейчас на 99, но не на 100 по той страшной причине. 99%! А где аплодисменты? Молодец! Дякую. Сергею. Ну, ви знаєте, пошукайте гарні слова для Жені. Трудно бути об'єктивним в цій ситуації, поскольку я розкрою одну тайну. Женя – один із самих любимих артистів на цьому проєкті, моїх любимих артистів. Це чоловік з вічно дитячою душою. Йому лет, не будемо говорити, скільки, да? 25+, там, да-да-да-да-да. Но у него всегда будет детская, мальчишеская душа, чуткое сердце, ранимость, нежность. Это редкий дар, который неспослан ему свыше, безусловно. Это трепетность его чувств, этот голос, срывающийся, чуть хрипловатый. Все настолько всегда точно ложится на то, что он исполняет, любую песню он возьмет. Кому-то это может не нравиться, кто-то скажет, что нет, наоборот, это не совсем точно, что здесь вот нужно там больше мощи какой-то, больше вокала. А вот на мою матрицу душевную это ложится идеально. И песня мне это очень нравится, это одна из самых сильных песен Олега Газманова. Поэтому я просто получал удовольствие, следил за мимикой, за этими глазами удивительными, за этими чуткими губами. Я очень люблю таких людей. Это редкость, такие люди, как Женя Литвинкович. Поэтому мой голос всегда с тобой, дорогой мой. Спасибо большое. Дякую. Серега, еще до выступа у тебя были сомнения. Что скажешь зараз? Женя, ты покорил сердца зрителей шоу «Украина має талант». Ты покорил сердца слушателей, зрителей, находящихся сейчас в этом зале. Ты покорил даже сердце соседа. Как тебе это удается? Ты из Беларуси? Ну что я требовалось доказать? Молодец! Дякую. Спасибо большое. Игорю, дякую тебе и за выбор песни, и за такую щирую, проникливую манеру, яку ви знайшли, напевно, вже спільно. Вона просто нереальна, ця манера, і за три сезони у нас так ніхто ще не співав. Так, що ми все розуміємо, про що пісня. Кожне слово, кожен склад цього слова. І не лише на душевну матрицю Сергія Васильовича Сусідова, а й на мою також повністю лягає. І я благаю глядачів, хоча я думаю, що я тут, це не є волання одинокого в пустелі, давайте ми і надалі слухати, як Євген Літвінкович класно вміє виконувати пісні. Жека. Спасибо. Дякую. Знаєте, що було б добре, якби кожен, до чого серця Жені вдалося достукатись, взяв слухавку і набрав 0900-102-005 або відправив смс із кодом 05 на короткий номер 7766. Тільки так ми матимемо шанс ще принаймні один раз почути Женю в «Х-факторі». Пам'ятайте, тільки це береже Женю від небезпек. Женю, я й досі під враженням. Я дякую тобі. Бажаю гарного вечора. Це був Євген Літвінкович. Дякую.
Не знаю, як ви, я просто у захваті від усього, що тут відбувається. І це ми ще навіть не перетнули екватор. Попереду дивовижно-лірична Жанна Перегон. Запаморочливо-спокусливий Яків Головко. І сюрприз від тріо Ірини Дубцової. Навіщо трьом хлопцям на сцені знадобився потяг? Моя вам порада – залишайтеся з нами. Ми повернемося дуже скоро.